Дачный сезон открыт, и многих горожан волнует вопрос, как и на чем добраться до своего участка. Горячей поре готовятся не только садоводы-огородники, но и железнодорожники. Из столицы Чувашии железнодорожным транспортом в пригород можно уехать только в направлении Канаша. Осуществляет эти перевозки в нашем регионе, как и в 8 других, компания «Содружество». Еще задолго до начала дачного сезона в феврале тарифы выросли. Цена на одну 10-километровую зону поднялась с 22 до 24 рублей. Таким образом, билет из Чебоксар до конечной точки города железнодорожников обойдется в 264 рубля. Кроме федеральных льготников, а это участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и так далее, скидки делают школьникам и студентам-мощникам. А вот региональным льготникам, то есть, к примеру, ветеранам труда и труженикам тыла, никаких скидок не предусмотрено. Но, несмотря на такую политику, недостатков пассажиров нет. В дачный сезон количество составов решили увеличить. С 15 апреля, то есть с начала дачного сезона, составность будет в будни 2 вагона, в праздничные дни 3 вагона. На сегодняшний день считаем это достаточным. Для обслуживания пассажиров у нас установлено 2 билетопечатающих автомата в фойе, будем говорить, вокзала. И такого ажиотажа, будем говорить, в приобретении билетов, оформлениях на сегодняшний день ничего нет. Связано это и с тем, что своей кассы у перевозчика в Чебоксарах нет, поэтому билет можно приобрести уже в вагоне, либо вот в таком терминале. В обращении с ним ничего сложного нет. А если возникнут трудности, оформить билет помогут так называемые разъездные билетные кассиры. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.